Бүгінгі кеңес отырысын бастамас бұрын алдымен мен тағы да қаза тапқан біздің азаматтар менен әскери қызметкерлердің туған туысқандарына, ата-аналарына бәріміздің атымыздан көңіл білдіргім келеді. Кешегі болған азат тұтқан күнде бүкіл Қазақстан болып біздің жасап жатқан шараларымызды қолдап, лаңкестерге, бандиттерге қарсы өз жүрегін білдіріп, еліміз бір ауыздан бірікті деп айтуға болады. Ол үшін ризашылығымды білдіруім керек. Содан кейін террористтерге төтеп берген біздің полиция қызметкерлері, ұлттық ұлан полиция арнайы мақсаттағы бөлімшелер қызметкерлерінің жұмысына алғысымды білдіргім келеді. Олар өз міндеттерін орындап, жан аямай соларды жою үшін тиісті қызметін жасады. Сегодня мы проводим заседание Совета безопасности по вопросу событий, прошедших в октябре 5-6 июня этого года. Как вам известно, произошли совершенно немыслимые, жестокие события эти дни. Мы уже знаем, что это была террористическая вылазка группы последователей нетрадиционного религиозного течения салафизм. Мы, обеспечивая свободу вероисповедания и предоставляя гражданам возможности отправления своей религии, в то же время будем давать решительный отпор всем, кто, прикрываясь религиозными лозунгами, будет расшатывать обстановку в стране. Нам удалось избежать больших потерь среди мирного населения, хотя террористы на это рассчитывали. Действия силовых структур позволили нейтрализовать почти всех террористов. Несколько бандитов находятся в розыске. И я думаю, что наши правоохранительные органы всех разыщут и все получат соответствующее наказание. Я хочу от себя и от имени всех членов Совета еще раз выразить глубокое соболезнование семьям, близким погибших, наших военнослужащих и гражданских лиц, которые в перестрелке погибли совершенно невинно люди, и со стороны соответствующих министерств и ведомств и государства будет оказываться всемерное соответствие помощи и поддержка семьям, оставшимся детям всех погибших людей. Теракты в Актобе изменили настрой общества. Народ справедливо осуждает и ждет решительных действий. Я думаю, что предлагаемые нами меры найдут поддержку. Во-первых, правительству в двухмесячный срок необходимо выработать пакет законодательных инициатив в сферах противодействия терроризму, экстремизму, оборота хранения и продажи оружия в области регулирования миграции и религиозных объединений. Рассмотреть усиление мер против участвующих наших граждан в международных террористических организациях. При этом исходить из того, что они предают интересы нашего государства, фактически встают на путь войны против своей Родины. Упростить возможное проведение специальных оперативных мероприятий по сигналам о террористической угрозе. Для специальных органов в таких ситуациях должны быть особые условия, не должны оглядываться. Весь этот пакет законодательных инициатив надо включить в план законодательных работ в текущий год. Случившееся показывает с абсолютной очевидностью, что методы работы силовых структур требуют коренного пересмотра. Пришло время усилить наше законодательство, провести анализ наших программ, которые мы по этой части приняли, и что необходимо внести изменения. Третье. Если обратиться к опыту других стран, то в США, Израиле, Германии и некоторых других используются различные механизмы, направленные на обеспечение прозрачности использования денег из иностранных источников. Правительству необходимо рассмотреть этот опыт и представить предложение по внедрению в Казахстане мониторинга иностранного финансирования наших граждан и организаций. Четвертое. Поступает предложение запретить в стране продажу всех видов оружия. Я с пониманием к этому отношусь. Это есть не только в нашей стране, и в других странах. Полагаю, что мы еще раз должны внимательно это рассмотреть с точки зрения возможности обеспечения безопасности без применения таких радикальных мер запрета.
законодательно усилить контроль за оборотом оружия, порядком его хранения, ужесточить ответственность за нарушения, провести комплексные проверки всех субъектов, которые этим занимаются. Министерству внутренних дел в месячный срок обеспечить внесение изменений в законодательство, если это нужно, запрещающих продажу оружия в состоянии, пригодном для быстрого несанкционированного применения. Видели же, когда все спусковые крючки были привинчены, они не могли использовать это. Почему это не используется везде, всюду? Усиливающих квалификационные требования, обеспечивающих охрану объектов, где хранятся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Кроме того, определит места, где должны быть эти оружейные магазины. Не в многоквартирных же домах, многоэтажных, а в специальных. Пятое. Бесконтрольная миграция, незаконное поселение, в том числе создаваемое самозахватчиком земель, создает благоприятную среду для преступности. Это есть во всех наших регионах. Здесь надо законодательные поправки. Правительству надо ускорить работу по созданию интегрированной системы миграционного контроля, основанной на современных технологиях. Приступить к разработке проекта закона о дактилоскопической регистрации, то есть биометрии. До этого обеспечить исполнение имеющихся механизмов регистрации и учета населения. Руководители местных органов власти несут персональную ответственность за недопущение таких поселения и самозахвата земельных участков на дачах и так далее. Всем акимам поручаю проводить эту работу и докладывать мне каждые полгода. Следует предусмотреть возможность обязательной регистрации мигрантов, которые прибывают в нашу страну. Все сказанное должно быть отражено в нормативных правовых актах. Это будет осуществлено в интересах безопасности и общественного порядка в стране. Правительству надо ускорить по созданию Национального бюро по вопросам миграции при МВД. Мы уже давно говорили об этом, чтобы в одном месте был орган и был полный порядок. Это ведомство будет отвечать за контроль и регулирование миграционных процессов, анализ в этой сфере. Шестое. События в Актобе показали необходимость усиления охраны важных учреждений, объектов массового скопления людей. Мы об этом давно говорили, при случаях, которые происходили. Надо оснастить все аэропорты, авто, железнодорожные вокзалы современными системами досмотра, дворы, качественным видеонаблюдением, что имеется во всех других странах. Все эти меры не должны создавать неудобства для граждан. Седьмое. Необходимо разработать понятный для населения алгоритм действий при терактах и чрезвычайных ситуациях. Заранее надо это отработать. Люди знали, какой сигнал дается населению, что они при этом должны делать. В каждом крупном городе обязательно должна работать система мгновенного оповещения населения. Особо надо будет принять меры по защищенности военных объектов. Включаются военные городки, воинские части, места хранения боеприпасов и вооружения. Девятое. Требует коренного улучшения работы населения, в первую очередь с неустроенными, неблагополучными. Особенно молодежь в определенном возрасте попадает. Министерство здравоохранения, социального развития совместно с акиматами должны работать с каждым индивидуально. Двухмесячный срок. Внести предложение по трудоустройству такой части населения. При необходимости инициировать соответствующие изменения в Трудовой кодекс. И еще я хочу специально сказать вот о чем. Отношение к полицейским у нашего населения должно быть определенное, законодательно четко оговоренное. На все факты нападения, неуважения и к полицейскому должны даваться жесткая правовая оценка со стороны правоохранительной системы. Человек в форме должен быть под особой защитой государства. Ему должна быть гарантирована неприкосновенность во время исполнения служебного долга. Естественно, полицейский тоже должен себя вести соответственно, это понятно, но это не относится к тому, когда он выполняет свой долг, при исполнении находится. Призываю все общественные институты и гражданское общество оказывать
поддержку органам правопорядка вносить посильный вклад в обеспечение безопасности страны. Весь Казахстан как один должен бороться. В связи с этим встает вопрос, нам вообще о преступности надо говорить в стране, заняться в целом. И что для этого необходимо? Надо выделить необходимые средства. Думаю, что наши граждане правильно поймут, почему мы вынуждены принимать такие меры. Спокойствие, стабильность в нашей стране – это самое основное, на основе которого может развиваться государство, на основе которого мы достигнем всех наших целей. Елдің тыныштығы деп барлығымыз айтамыз, Қазақстанның болашағы дейміз, мәңгілік ел боламыз дейміз. Ол болу үшін елдің іші бірлігі болу керек, и тірлігі де бір болу керек. Мынандай ланкестерге, мынандай бандиттерге жол бермеуіміз керек. Барлық бәле содан басталатын болады. Ең басында, сондықтан ешкім ренжімесін, бұдан былай өте қатаң жазаға тартылатын болатын ескертіп айтқым келеді барлығына. Бұл бәріміздің жұмысымыз, бүкіл Қазақстанның жұмысы, біздің отанның шаруасы, сондықтан бірге болайық. Мы теми мерами, которые я сказал, не ограничимся. В ближайшее время примем комплексные решения по всем другим вопросам. Аппарат президента и Совет безопасности будут над этим работать вместе со специалистами. Хочу обратиться ко всем гражданам Казахстана. Покой и стабильность в нашей стране будут обеспечены. У нас для этого есть силы, средства, люди, которые занимаются. Вы видели, что они именно сработали сейчас.